7 апреля. Пришла на работу. 7:30 утра. Никого еще нет. Я, как всегда, в своем репертуаре. Одна раньше всех. Всем привет. Так. Потеплело, можно уже вот так одеваться полегче. Второй день хорошая погода, вчера было вообще плюс 15, сегодня как-то так плюс 10, пока сколько будет завтра неизвестно, вроде дождь обещали, но пока погодка хорошая. Да, наконец-то я на работе. Пока-пока.